Здорово всем! Сегодня мы с вами играем такой риф, как Ain't Talking About Love. Это у нас Ван Хален, один из самых известных его и популярных рифов. Он у нас играется с эффектом фейзер, то есть у нас дисторшн плюс дилей плюс еще и фейзер. И вот на этой фразе, на записи, он вообще, этот эффект, сильно ярко выражен. Здесь я играю просто с таким легким фейзером, чтобы просто было понятно. Итак, поехали. Значит, смотрите, у нас он начинается с аккорда АМ, то есть это у нас ля минор. И в правой руке мы играем просто такой переборчик. Итак, смотрите, здесь у нас вся сложность, наверное, заключается в том, что у нас здесь все ноты, они замутингованы, то есть мы вот этой правой рукой мы прикрываем эти ноты, то есть они у нас приглушенные, и почти весь этот риф играется именно в таком ключе. Итак, значит, переборчик на ля минор. Дальше у нас идет вот такая фраза. Здесь, наверное, самое трудное, это вот этот палец, наверное, перебросить вот отсюда, вот сюда. И дальше, смотрите, у нас на третьем ладу две ноты. И дальше мы играем, собственно, вот эту вот уже открытую фразу. Значит, смотрите, вот этот момент. Здесь мы с вами можем сыграть вибрато такое нормальное. И даже мы можем немножечко флажолета здесь дать. Итак, до следующих видео. На этом пока.